Всем привет, дорогие друзья, с вами Олег, и с вами заканчиваем прохождение Max Payne. Нормас. Так, вот это сюрприз. Так издалека надо. Опа. Черт, не успел. Опашки я хотел. Так. Так, используем. Более утолящие. Оу. А как здесь-то? Ну здесь только бомба. Даже попасть не могу, да? Даже поп... Что? А, можно же перепрыгнуть просто. Ой! Блин. Так, заново. Так. Последний остался. Опа. Вуаля. Так, сохраняемся. Куда дальше идти-то? Не сюда. Там я прилетел. Так, ого, да тут прям целый челлендж. Ах ты сволочь, ах ты сволочь. Нет. Так, сейчас выйдет. Пошел отсюда. Ого! Оп! Тихо! А, все. Значит, нам сюда. Мона. Макс, нам пора прекратить встречаться вот так. Скорее будет холодный день в аду, чем я позволю полицейскому меня остановить. Мисс Сакс, приступайте. С
успокойся, Макс. Ты хороший парень, а я не убиваю хороших парней. Да ты и сама не такая уж плохая. Когда Хорн отправил меня убить Пунчинелло, чтобы порвать связи с мафией, это было совсем другое дело. То же самое и сейчас, только плохой парень здесь. Это она. Ее сестра за меня попросила. Я неплохо был знаком с желаниями призраков. Они хотят мести. Макс! Нет. Прогремел выстрел, и она медленно повалилась на пол. Она была неплохая девушка, совсем не из хладнокровных убийц. И вот теперь кровь медленно остывала в ее жилах. Армия Хорн надвигалась на меня, как толпа фанатиков. Он здесь! Оружие! Еле живой, отправляемся. Точнее, направляемся. Когда лифт спустился обратно, Мона в нем уже не было. Осталась лужа крови, но тело исчезло. Мой разум еще никогда не был так ясен. Казалось, что где-то там, наверху, снежные тучи наконец-то растаяли, и из черной глубины неба вниз смотрят холодные звезды. Пойдет. Получил доступ к основному блоку. Там можно было отключить систему безопасности и попасть в ее офис. Так, и как дальше? Через стену прям? Так, куда теперь мне? Вертолет без пометок был личным псом Хорн, и искал он меня. Вертолет без пометок.
Пол, что происходит? Все уровни защиты были отключены. Осталось добраться до лифта и подняться наверх. Это так не смогу. Тихо, ты отдавай добраться. Наверх. Давайте наверх. Где не сюда? Сложно-то, а? Тихо. Персональный компьютер Хорн был включен. Рядом с принтером лежала пачка дорогой бумаги. Если взломать этот компьютер, можно найти массу преступных планов, стратегий по мировому господству, доносов от разведчиков на вертолете, нелегальных записей телефонных разговоров, ссылок на порно-сайты. Меня это мало интересовало. Я видел не так много, но мне хватило. Боль и страдания. Поближе к ним сам. Валькирия. Это, кажется, дева с белыми крыльями, которые провожают воинов в уготованный им рай. В реальности это оказался билет в ад. Этот наркотик пробуждал в тебе дьявола. И теперь я искал ее, чтобы убить. Королева подземного мира, захотевшая вознестись поближе к небесам за счет денег, полученных за смерть и страдания. Она не просила, не пыталась меня подкупить. Это своеобразный кодекс чести убийц. И все это только из-за того, что твоя жена сунула свой нос, куда ее не просили? Мы оба знали, чем это кончится. Полиция приехала, чтобы арестовать меня. Это просто нелепо, что тебе удалось забраться так далеко. Они сейчас появятся, и тебе не жить. Остановите его!
блин, нет, тут нет, тут нет. Полезная трата времени. Смерть твоей семьи была неизбежна, необходима. И это уже случилось. Ты вернешься. Ты ничего не сможешь сделать, слышишь? А, смотрите. Он уходит. Мак Пейн, ты ведешь заведомо проигрышную игру. Ты не выживешь. Ты умрешь. Ты ведешь заведомо проигрышную игру. Ты не выживешь. Ты умрешь. Из ракеты не усложняй остаток жизни. Что-то можно, да? Макс-Пэй, ты ведешь заведомо проигрышную игру. Ты не выживешь. Ты умрешь. Из ракеты не усложняй остаток жизни. Прими твою судьбу. И умрет здесь. А как? Ого! Заходим, заходим, заходим. Макс Пейн, не будь ребенком! Тебе не хочу! Ты уже проиграл! Не успел бомбу выкинуть. Ах ты, смотри, какой же. Так. Ты... Что ты будешь делать, да? Не, я беру сайт. Хотя не, я буду брать гранату. Пришлите подкрепление, восточную кондицию! Как я так бросил гранату, что они выжили? Что значит не остановить? Вы превосходите его по всем мыслимым параметрам. Вы лучше подготовлены, лучше вооружены. Возможно, наконец, 20 на 1. Идите и делайте свое дело. Сколько можно уже? Это перестрелка заниматься. Опа.
Ну-ка. Все. А что здесь? А, потайной вход. Вас понял. Пытаюсь приземлиться. Это, похоже, непросто. Последний выстрел поставил жирную точку в этой истории. Я снял палец с курка, все было кончено. А потом все было кончено. Буря утихла, и рваные облака расступились. На небе засияли звезды. Макс Пейн, это старший инспектор Джим Бравур. Здание окружено. Бросайте оружие и ложитесь лицом вниз, руки за голову. Поближе к небесам. Голоса полицейских слышались издалека и были приглушены. Не двигаться! Полиция Нью-Йорка! Мои призраки наконец-то прекратили меня преследовать. Нью-Йорк внизу напоминал россыпь бриллиантов на черном бархате. Ну ты нас и вымотал. Отвези его в центральный участок. Ты слышал, что он сказал? Вот он был там, в толпе за лентой заграждения. Ничего не закончится, пока человек с повязкой на глазу не скажет то, что должен сказать. А он скажет, я знаю, лучше бы ему сказать. Уоден довольно улыбнулся. Это была улыбка победителя. И победителей было двое. Двое?
Все, мы прошли игру. Поздравил, прошли игру. От Spencer вы можете проверить свои силы в режимах охотника, время не ждет. Да, интересная была игра, довольно-таки неплохая даже для своего года. Ну что ж, на этом закончилось. Следующая серия, конечно, новая игра. Подписывайтесь, ставьте лайки и делитесь с друзьями. Салам, Мега. Всем пока.